Спартак, Москва. Представляем судейскую бригаду матча. First referee, первый судья, Эдуард Борисевич, Латвия. Чтобы спартакцы побились, как говорится, из-за себя, из-за того парня. Как играть без него? Как играть, и вот именно важный механизм, важный винтик, который сегодня отсутствует. Ну и не будет сегодня Юрия Котова, защитника второго номера. Так что две потери у Спартака, а у Браги вообще все нормально, все здоровы, все готовы играть. Но они грамотно по дистанции, вот эти дисквалификации обошли, где-то лидерам давали паузы. Вот в этом плане. На ваших экранах Спартака капитан Алексей Павленко. У Браги капитан, четвертый номер Бруно Торреш. Поехали. Ну что, понеслась, Макаров. За Павленко! Ну, враги пятерка, это Падилья. Джордан открывает счет, какой быстрый гол. 19 секунд сыграно. Лучший игрок мира. Какой розыгрыш, конечно, фантастический удар. Ну, какие претензии к Баженову, да, Джордан великолепен. Ну, Падилья в воротах у Браги. Андрей, третий номер, братья Мартин Шипе, номер 10, Лео, 11 номер. И автор гола Джордан Сантос, номер 5. Опять? 15 номер. Смещение мощное. Пулиньор! Падилья, что делает мяч в игре? Вот это был рывок, а? Пулиньор от Ахмадзаде, мы ждем вот таких оригинальных решений. И от Джордана тоже. Ах, хорошо, ошибается Брошавьер. Новиков, великолепно, Дзимскова! Да что же такое? Падилья, да, очередной сейф. Уже второй, сначала Пулиньо, удар тяжелый. Два тяжелых здесь удара. Похожий удар Новикова был тоже, внутренней стороной стопы, Падилья, здорово. И Павленко и бьет. Ах, здесь Падилья, мяч не зафиксировал Новиков на острие. Хорошо, хоть есть подбор, да, есть игра на подборе. И добивание важный элемент. Подили. Мадзаде ошибается, Брошавьер уходит один в один, удар, штанга. Везло. Да. Момент с ударом Шавьера. Ну, знаешь как, психологический момент, ошибся, хочется сразу исправить ошибку. Да, на эмоциях. Гол! Да что ж такое, ошибка Баженова, почему-то ногами играл, может быть, не видел момента удара. На повторе будет очень пояснее видно. Смотрим. Ногой, да. Да, ногой. Такое нелогичное решение. Ворот до ворот, бил по линии. Ну, не успевал, наверное, сложить передачи именно. А соперник сразу наказывает. Момент Зимсков! Опасный, перекладина, Зимсков. У двоих сразу выиграл. Эль верховую вот Баженова и Федор с затылком в дальний угол и перекладина. Нет фола? Ну, мне, на мой взгляд, был Шавьер. Вот, как же нет фола? Решение неоднозначное. 0-3. Хотелось бы на повторе посмотреть. Понятно, что это не конец еще, но я просто уверен, что там фол. Где поиграет здесь. Ну, может быть... Заваливаться сам стал Джордан. Демонстративно Филиппа поднял руки, да, и видимо, что будет был мяч. И тут же, да, как Брага быстро. Ну, Джордан раз выполняет. Через себя Ахмадзаде! Какой неудачный отскок. Было очень опасно. На повторе не повезло, да, с отскоком просто. Да, высоко мяч перекладывает справа налево на песке. Ждет опорную ногу, смотрит. Опа! Ну, Эльвин, ну посмотри, что это делать. Просто без комментариев. Фламенко, посмотри это исполнение, космос. Ну посмотри. Это космос. Так не бывает, но так случилось. 0-4. Просто фантастика, да? Кто смотрит, и, наверное... Когда смотрит, повел счет, но потом... Ой, момент, перекладина! Ай-яй-яй-яй! Макаревич. Получил бы красиво. Было бы красиво и очень важно, да, но спартаковцам сегодня не везет. Здорово, перехват, Ахмадзаде, один на один, выходит, удар, и гол! 1-4! Да, Ахмадзаде! Сам сделал гол, отобрал, реализовал выход. Ошибка ветерана Бруно Торреша, воспользовался капитаном команды, перехватил исполнительское мастерство иранца. Посмотрите, паузу, не спеша, посмотрел. Но между ног, по-моему, по деле попал. То, о чем мы говорили, да, кто-то должен выделиться из легионеров наконец-то, да? Вдоль ночных дорог. 5 секунд. Удар! Красавец! Что ж такое сделал? Добива Новиков! Закончился.
аккуратнее, не фалить. Ну, посмотри, ну, Эльвин, ну, это Лео Мартинш, это гол имени его, хотя забивает Андре. 1-5. Что, как с ними играть? Гордон Стракон, когда Селтик принимал Барселону, он сказал, что делать вашим игрокам, как противостоять Лео Месси, он сказал, молиться. Наверное, к братьям тоже самое относится. Да. И номер такой же удар, и какой же хорош сегодня Падилья, ну, как же он великолепен. Я не знаю, но сейвов 10 он сегодня мертвый. Совершенно. То есть мертвые мячи берет. Тынья. Макаров на фланге открывается. Перевод мяча. Касание, удар! Еще перекладина! Сколько можно? Сколько можно, Новиков? Пас по линии роскошный, но не везет Спартаку. Новиков. Открывается справа. Отличный Макаров. Пас. Макаров, удар! А ты что ж ты будешь делать, а? Карточками. Момент попадания очередная перекладина. Вот момент как раз. Смотрите, что делает Шавер. Да, да, конечно. Провокация. Кому он там показал эту красную? Вот, по-моему, Шавер. Ну, да, он, да? Ее так выпал. Передачу сделал на Ахмадзаде. Макаров. Макаров! Что другое. Ну что, ну, нельзя обыгрывать. Передача Паулиньо улучшает середину. Бьет! Еще штанга! 4 минуты длится третий тайм. Но моментов 6 у Спартака уже было. Да, они уже наиграли на ничью. Так, по моментам. Ну, даже половина. Один на табло – это аномалия, конечно. Должно быть. Ахмадзаде! Гол! Земсков в нужный момент! Наконец-то! Шикарно! Лучший отрезок матча. Лучший, безусловно. Они наиграли даже не на гол, а на больше. Продавил сейчас, да, Джордана? Мазада голевую передачу дает. Давай, давай, Спартак! Макаревич. Бокиня, в одно касание. Лео Мартинш, Лео Мартинш! Пожалуйста. Они реализуют вообще все. Минимальный шанс появляется сразу. Раз один касание уходит, и вторым между ног Макаревич. Вперед очень тяжело. Хотя даже неудачно подработал Мартинш мяч себе, но... Между ног. Да. Ошибка. Вова. Очень нужен третий гол. Сейчас гол! Браво! Забивается 6-3. Павленко. Воспитанник торпедовского футбола. Как сыграл, а? Ты посмотри, просто в стиле, я не знаю, молодого Кевина Курани. Да, и здорово сгруппировался так, выиграл борьбу Падилью. Де Мартинш. Заброс, скидка. 3-7. Пожалуйста. 3-7, Прага. Похоже, что не подпустит к себе ближе по счету Спартак. И опять Прага. Да, здесь момент очень интересно разобрать. Первый, к чему бы этот гол привел, наверное, оставили одного Мартинша здесь, Макаров. Сброс, и Джордан позицию здесь проигрывает. Они могут большую часть времени обороняться, а потом выйти в атаку и сразу забить. Но вот они почему-то не попадают в перекладину. Да, то есть им не нужно создавать большого количества моментов, чтобы забить. Так, враги. Джордан, все. 8. Это такой гвоздь уже португальский. Опять и, Прага. Пожалуйста, португальский Макгрегор. Опять. Организация турнира. Спартак. Награжден серебряными медалями, локомотив бронзовыми. Есть повод провести 2021 мундиалист также в Мегаспорте. И уже какая-то из российских клубов уже поднимет кубок над головой. Церемония награждения мундиалита клубного чемпиона. Ну и мы уже можем раскрывать секреты. Но в пустой голове голову не прикладываешь же, Дзюба может подсказать, да? Можем уже раскрывать секреты и говорить о том, кто признан лучшим вратарем турнира. Это очевидно. Ну это логично, да. Падилья. Как оценишь его игру в финале? Финальная игра, сколько, 10 из 10? Да, даже 11 из 10. Гол забил, сколько спасений. И Хуан Куско, президент тоже европейский. Да, ну понятно, здесь мы уже обсуждали всю.
получает приз Падилья. Без ошибок. Так. Бардера, Эду Суарес здесь мячей. Причем все голы он забил в трех матчах. У него два покера. Сказал себя специалистом. Может быть, дождется приглашение в какой-то... И да, по MVP здесь... Ты не согласен? Я тоже не согласен, потому что они, наверное, организаторы... Ну, это гол, конечно. Ну... Гол всего турнира. Я думаю, да. Филиппе. Из российской команды, но здесь по статистике понятно, что Эду Суарес лучший бомбардир. Заров, поздравляем его с дебютом у руля железнодорожников. И вот, вот на память, да, с президентом на больше, все-таки на финал. Ну и Алексей, игрокский опыт, как игрока, у него большой опыт, колоссальный, тоже спартаковец, вот для него. Очень четко, хорошо организованная команда, практически команда. Без слабых мест в пляжном футболе. Это при условии, что чемпионов аналог Лиги чемпионов в пляжном футболе, они ее тоже трижды выигрывали. Вот. Пепе, Матерацци и так далее. Такие, да, ну, можно список пальцы, долго продолжать. Красивый кубок из рук Александра Орлаева. Переходит он. И сейчас он взмывает вверх, и Брага ликует. Второй год подряд. Второй год подряд.